новые встречи будут ваши улыбки и смех. И пусть будет сегодняшний вечер самым лучшим подарком для всех. Я люблю, когда гости приходят, когда повод друзья не наш дом. Я люблю, когда гости приходят, добрый вечер, мы вас очень ждем. На сцену наших юных друзей. Выйдите все, кто получил листочки цветной бумаги. У школы так получается, что дети приходят в наши вечерние программы. Вставайте лицом к народу, в шеренгу красивую, У каждого из вас листочек бумажки. Давайте определимся, какого цвета у вас листочки. Поднимите желтый листочек, лимонный листочек у кого? Нет, лимонный у кого? Вот. Показывай туда, народу показывайте. Лимонный, да? Желтенький. Только показывай эту красивую сторону. Хорошо. Оранжевый у тебя оранжевый. Голубой у кого голубой? Голубой. Голубой у нас цвет. Розовый у тебя розовый. И зеленый у тебя. Итак, мы сейчас проведем небольшой тест. Кто зачем сегодня сюда пришел? В зависимости от выбранного вами цвета. Итак, поднимаем желтый листочек. Желтый. Кому нравится желтый цвет, встаньте, пожалуйста, встаем. Кому нравится прекрасный, сразу понятно, желтый цвет. Итак, вы сюда пришли на других посмотреть. Аплодисменты вам, спасибо. Следующий подняли оранжевый листочек. Кому нравится замечательный, солнечный, оранжевый цвет? Встаем, встаем. Не ленимся, встаем. Можно и два раза вставать, и три не смертельно. Итак, оранжевый цвет. Эти люди сегодня пришли себя показать. Аплодисменты вам, дорогие мои. Голубой подняли, голубой подняли. Встаем. Прекрасный цвет реки Волги, голубого неба. Ну, понятно, Галя, конечно, голубой. Эти люди к нам пришли сегодня повеселиться. Аплодисменты вам, друзья мои. Розовый подняли, розовый. Розовый поднимай, розовый прекрасный. Розовый цвет надежды подняли. Подняли, все встали. Эти люди пришли сегодня поучаствовать в играх, которые здесь будут предлагаться. Аплодисменты этим людям. Ну и наконец встали, видимо, все остальные. Те, кому нравится зеленый цвет. Подняли зеленый цвет, все встаем. Замечательный зеленый цвет. А вы почему не встаете? У вас кофточка зеленая. Итак, зеленый цвет – это те люди, которым больше некуда было сегодня пойти. Вот так. Вот такой небольшой тест. Собери все листочки, мне на стол положи. Ну, такая маленькая у нас разминочка. Да, истину глаголем. Дети, спасибо, присаживайтесь. Вы поучаствовали в нашей программе. Ну, а сейчас... мы выясним, кто у нас сегодня здесь находится.